Вот стоим, ждем, когда что будет. Вон на том берегу коровки гуляют. Пока тишина, не хочет клевать. Здесь лошади гуляют у нас возле дома. Вот, друзья, вот такая густерка попала. О. Вот такая хорошая густерочка. Да, вот как, смотрите. О, начало есть, друзья. Вот на такую кукурузу ловим. О, казахстанский пошел пограничник. Ох, друзья, какая волна идет. Ой, мои подкормку. Сейчас унесет нахуй все. Вот второй идет. Опять волна. О, волну гонит нам. Эх, я на мокром стоять буду теперь, друзья. Ну вот, друзья, это немножко поменьше, но пойдет. Вот такая. Вот она, еще одна. Четвертая, друзья. Вот. Два спиннинга поставил. Пока тишина. А погодка классная. Вот. На том берегу сидят. Вот главный рыбак пришел, друзья. Рыбку ждет тоже. Вот здесь раньше вода была. А сейчас все, нету воды. Вон рыба играет как. А клевать не хочет. Он на том берегу стоит, рыбачок один. Один или двое там. А, он там дальше сколько? О, елки-палки, сколько там народу стоит на том берегу. Машины. На воде как облака отражаются. Вон малек гоняет рыба. Гоняет рыба малька. Вот рыба играет. Ну вот, друзья, вот так вот жмых, кукуруза насажена. Один крючок. Вот второй крючок. Вот он. И внизу жмых вот. Чесночный жмых. Вот. Пробуем сейчас. Второй раз заброс делаю. Вот первый раз заброс сделал. Вот. Пока я простоял, ничего. Думаю, дай вытащу, проверю. Пока пусто. Ушел.
О, на резиновой лодочке шуруют ребята. Наши казахстанские пограничники пошел. Вот такая густерка попала, друзья. Уже вторая, первую не стал показывать. Потом покажу, что я поймаю. Вот на кукурузку она взяла. Крючок большой, конечно. 14 номер. Все равно попалась. О, российский катер, пограничник. Россияне. Сейчас волна будет нам, затопит нас. Клевать начнет сейчас, клевать будет, да. Нахуй ты ее туда засунул, блядь! Ты дебил или как? Помоги мне! Чё я тебе сделаю, блядь? Ты сука, а? На еще одну, блядь! Ложку, суй. Погоди, я сейчас помогу. Я знаю, что мне он... Ебать им пидор, а? Ты нахуй ты нос туда сунул, блядь! Всё, она отпустила.